опален! Да он повсюду! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Little Nightmares 2. Прекрасная игра, мы ее продолжаем. Я не буду переставать пытаться допить эту чертову колу. Больше лайков, друзья. Опа! Опа-на! Стоп! Черт! Замешкался! Но есть еще шанс. Он телепортируется? Шанс еще есть. Просто делаем свое дело. Давай, Моно. Оу. Шанс еще есть. А может, и ни хрена. Отчитывая количество... Качество и прыж... Блин. Качество и количество прыжков, которые я делаю. Хрен мне что получится. Ладно. Не ожидал я, что дверь откроется, и эта тварь войдет. Но сейчас мы уже готовы. Мы видели будущее. Мне было видение. Там еще доску надо оторвать, но я бы никак не успел. Да почему? Видите? Что ты? Урод! Ладно, я сам нервничаю. Давай, хватай! Все, он зомбирует нас. Сейчас мы еще упадем, блин! Быстрее! Все, мы выбрались. Из-под чар выпутались. Но не факт, что мы... Что мы с ним навсегда расстались. Метро? Это следующая локация? Это новая локация, метро. Вау. Блин! Да он повсюду! Он как слендер, и правда, спаунится повсюду и везде. Черт. Почему не телепортируется как-нибудь поближе ко мне, чтобы, знаете, на расстоянии вытянуть руки? Смотрите. Там шляпа. Давай, моночка, монушка! Мононошенька! Принц Мононоке, пожалуйста! Принц Мононоке! Tell me, are you okay? Are you okay, Annie? Так, классная песня получилась. Здесь хорошо. И здесь подкатом! И здесь крутануть! Все, отцепили вагон! Покью! Пошел ты! Слендер, как там тебя звать, не знаю. Если, конечно, он сейчас не появится где-нибудь еще. Блин, колу приятно, прикольно троится. Вот это было больно. Но мы живы. Да, мы реально в подземку спускаемся. Новые враги, новые боссы. Что там будет? Блин, эта игра может бесконечно просто генерироваться, продолжаться. Вот бы здесь был генератор монстров. И игра бы сама режиссировала события. О, нет. Давай. Шестая? Я здесь. Я иду. Да, я понял, куда нужно идти. Может быть, даже и не в подземку. Это интересно, когда мы приплыли только в этот город, мы тоже видели возле телека была тень. Но это был кто-то другой, какой-то другой ребенок. Возможно, мы так и не узнаем, что это за ребенок. Почему-то мне кажется, что Моно погибнет в конце. Есть у меня такое ощущение. Но поскольку мы его не видели в предыдущей игре, мне о нем вообще ничего не известно. Окей. Нас уже словно ждут, да? О, дома, они склоняются над нами. Но мы готовы. Мы готовы с тобой сразиться лицом к лицу. Давай, все, я сдаюсь. Или он снимает. Лицом к лицу. Куда пакет уехал? Пакет такой, я сваливаю отсюда. Ну его нафиг.
Так, кстати, тихонечко. Вау! Что я должен... Нихрена себе. Почему вдруг мы стали способны дать ему отпор? Потому что он видит наше лицо? Да пошел ты! Нам надо направлять на него луч. Да, 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 все. Окей. Еще раз. Да. Стоять. Так, ну это просто. В отличие от той леди, которая боялась зеркал, там было прям очень напряженно. Здесь как-то легко дается нам смерть его. Что дальше? Давай, вставай, Мона. Он сдох. Нет, он не сдох. Нет, он сдох. Так, хорошо, мы жмем вперед. Расступился. Нифига себе, мы приехали прямо к этому зданию. Фу. Ну все, пакет нам уже не нужен. Шестая, я иду. Я иду к тебе. Только не говорите, что это конец игры. Нет. Но мы оказались в этом коридоре. Видите? Шахматы. А, это не шахматы. Всякие фигурки. Игрушки и мебель. Опа. Во. Мир стал абстрактным. Он был внутри башни всегда. Почему он такой? Стоп, а если обратно? Оу. Стоп. Смотрите, так. А если тихонечко? Нет, сразу видна наша тень. Оу, я ничего не понимаю. Ну-ка еще разок. Да. Не совсем понимаю, знаете, как что с дверьми. Не совсем понимаю, куда нам идти. Окей, а если сюда? Неправильно. Значит, средняя дверь. Я так понимаю, это методом тыка, да? Должен был понять. А, я понял. Все, я понял, как надо понимать. Хорошо. Нам надо внимательно следить за глазами. Глазами, которые на стенах указаны. Потому что такие же глаза, точнее, куда смотрит этот глаз? Наверх или еще куда-то? Потому что это очень важно.
Не открывается. Не совсем понимаю, что от меня игра хочет. Окей, когда мы идем в эту сторону, дверь покачивается. Раз. Понял, блин. Точно. Вроде кажется, все так просто, но не сразу допираешь до этого почему-то. По музыке? По музыке? Ага. Есть. Хорошо, хорошо. Благо, не слишком сильно застреваем, быстро допираем. Окей. Здесь тот же принцип. Ну-ка, а это что? Ну, на всякий случай. Да, судя по всему, принцип тот же. Надо бежать на музыку. А, мы бы просто не смогли бы оттуда вернуться сюда, да. Прямо сюда. И еще раз. Есть! Вообще прогресс. Так, это финальный этаж. Мы на самом верху. Что? Кто там? Это же стая? Что у нее? Что? Что у нее с руками? Дай. Дай шкатулочку. Да, я сказал, это я. Дай. Дай, блин. Я прошу. Шестая, это же я. Да, да я же нажал уже. Дальше. Ага, я понял. Прости меня, шестая, но я сломаю к чертям эту шкатулку. Чувствую, что это нужно сделать. Надеюсь, по пальцам тебе не попаду. Прости! Ладно. Как насчет того, чтобы я тебе по пальцу заехал? Ой. Нет. Хорошо, я понял, что сделать. Сюда иди, все. Шкатулку можешь не трогать, оставь ее. Давай, иди сюда. Так. Она не может меня здесь ударить? Ну, типа она пытается, да? И по задумке игры она должна меня...
Бен! Я знаю, что надо сваливать. Я что-то не ожидал такого поворота. А что теперь, вспоминать, как я бежал? Нет, не надо. О! Прошу, 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 прошу. Тихо, тихо. Не торопимся. Сколько у него соединений в руке? Зачем мне столько локтей? Нет, 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 нет. Тихо. О. Все? Можно? Блин. Окей, я вижу топор. Пожалуйста, детка. Фу. Чи-чи-чи. Окей, у тебя еще одна шкатулка есть, я понял. О! Окей. Все, мы поняли. О, как экстремально это все. Ладно, хорошо, слишком близко тоже не подходим. Где-нибудь вот здесь оставим. Тихо. Все. Нет? Это не работает? Ладно. Бегом! Бегом, 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 бегом! Стоп, нет, она очень быстро. Да как это? Как с ней быть? Решил просто в наглую попробовать добежать вот так вот и ударить. Так и надо было. А что-то мне все казалось, что мы будем слишком медленно ползти с этим топором. Не сможем успеть. Сейчас она из темноты же выйдет, да, на нас? Слушайте, можно даже лицо разглядеть его. О. Хорошо, стало как-то еще интенсивнее. Так, пробуем так сделать, значит. Тихо, тихо. Давай, давай. Есть. Вот здесь быстренько, прям с первого раза. Так, это третья стадия была. А что дальше? Мы в чистилище. Ага, это бесконечно, да, будет? Нет, стоп. Опа. Аси побежал в другую сторону.
Хорошо, будет еще одна фаза, получается. Раз. Да чтоб тебя. Смотрите, там еще один топор. Нет. Этот топор вообще фиг знает где. Теперь нужно добыть его. Что это за органические стены? Они пульсируют. Ну-ка, можно добраться так? О! Воу! Бегом! Нет, не успел! Хорошо. Значит, здесь мы... Вот так. Потом. Тихо, 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 тихо. Она может пользоваться порталами теперь сама. Сюда, бич. Интенсивно, что пипец. Так, она все еще жива. Ну-ка. Отошла! Отошла! Еще раз, скорее. Вон она. В нормальном виде, наконец-таки. Все, мы освободили это проклятие этого. И стены органические, пульсирующие. Расступаются, расползаются, О, нет. Разрушаются, я бы хотел правильно сказать. Мне кажется, нам надо валить. Вот она быстро понимает, когда надо валить. Ну, это точно конец игры. Какого хрена? Почему ты не прыгаешь? Сейчас, сейчас все будет. Все, побежали. О, ну давай, ну детка моя. Я понял, почему он не прыгал. Потому что я жал на кнопку прыжка из-за того, что паниковал. Я просто тупо удерживал ее. Давай, 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 давай. Хорош. Она как-то... Воу, воу. У меня свой путь, у тебя свой путь. Нифига прыжок. Давай, ну цепляйся. Молодец. Цепляйся! Умница! Ай-яй-яй-яй-яй, ушеньки. Давай, я знаю, ты устал. Мальчик мой! Ты устал? Да! Пожалуйста. Нет. А-а-а. Она меня отпустила? Стоп, она меня отпустила? Что-то еще должно быть. Моно, ты жив.
Ох, блин, мне кажется, вот так выглядит жизнь после смерти. Ну, к этому можно привыкнуть, кстати говоря. Я правильно увидел, что она специально отпустила? Из-за того, что дверь начала излучать какую-то магию. Стул. Такое ощущение, как будто сейчас начнется игра Binding of Isaac. Опа. Это мы повзрослели? Ну да, часы, время проходит, мы становимся старше. А чем мы питаемся? И мы взяли костюмчик и шляпку. Так мы сами стали им. Словно, знаете, конечно, бред, наверное, но такое ощущение, как будто мы все это время были им, этим чуваком. И когда мы смотрели в телек, мы вспоминали, как будто бы, что мы на самом деле он. И шестая все время пыталась нас выдернуть оттуда, чтобы мы опомнились, что... Чтобы мы не стали... Не вспомнили, что мы — это он. Игра закончилась! Черт, так обидно, так... Ты хочешь поиграть еще 20 выпусков, 30. Так вот, такое ощущение, как будто она пыталась... Она знала, что мы — это он. И пыталась нас... Поэтому все время вытащить из телека. Но однажды у нас получилось. Мы выстроили коридор к нашему воспоминанию. И в итоге как-то так. И в итоге похитили ее. И поэтому она нас... Решила отпустить. Потому что... Такая, нет, это ты. Ты вспомнишь однажды, что ты тварь. Сущность такая. Или это мы видели будущее свое? Эта игра... Они просто очень круто недосказанность оставляют. Знаете, ты вообще не понимаешь, чё да как.
И куда пошла шестая? Куда ее воззвали? Неужели на корабль на тот? Мы бежали по мостику. Возможно, это был корабль. Из-за того, что я всего лишь один раз прошел эту игру, и очень-очень давно мы с вами проходили первую Little Nightmares, мне трудно вспомнить, мне даже трудно вспомнить, как начиналась первая часть, что там было, да как началась эта часть, что, в каком месте мы находились. Я должен посмотреть... Может быть, мы что-то поймем. Мы очнулись в лесу возле телека. Вот как. Реально, мы очнулись в лесу возле телека. Мы с самого начала были им. Как будто мы сами себя телепортнули через телек. И чтобы доставить нам... шестую, чтобы мы могли ее доставить на корабль. Не знаю, это мое предположение. Если что, я просто здесь работаю, друзья. Я не обязан ничего знать и понимать. Вот так вот я отмазался. Так, ну все же. А как же началась первая часть тогда? Первая часть началась. Сейчас, секундочку. Она началась, что мы в чемодане уже на корабле. Делайте выводы. Не знаю, наверняка есть в интернете куча всяких статей или видосов, объясняющих сюжет, всю историю, весь лор игры. Я его не смотрел. В целом, давайте просто подведем итог. Я очень надеюсь, что будут DLC по этой игре. Потому что это было бы круто. Мне очень хочется в это поиграть. Мне хочется третью часть, четвертую, пятую, шестую. Вот даже вообще, пусть другая вселенная будет. Но сама подача, атмосфера этой игры, она вот... Вот все, что мне нужно. Я вот нахожусь в ней, и мне прям кайфово. От стилистики, от атмосферы, от звуков, от всего. Визуал прекрасный, режиссура отличная. Сюрпризы постоянные, мне прям вкатывает. Я надеюсь, что вам тоже, друзья, понравилось. И что ж, раз игра закончилась, видимо, мне пришло время допить эту колу до конца. Спили ее. Благодаря вам, вашей поддержке, вашим лайкам, вашим комментариям, вашему времени, которое вы уделили мне, моему прохождению этой игры, да и в целом моему каналу. Поразительно просто, что до сих пор встречаю людей на улице, либо всякие мероприятия, которые подходят, говорят, что смотрят меня уже там лет 7, или 6, или 5, или я, в общем, какую-то часть... их жизни скрасил. Это чертовски приятно. Вот если отбросить все вообще все, мне исключительно лестно и приятно, что... И я чувствую, что это все имеет значение, все, что я делаю, когда вот слышу подобные вещи. Это очень приятно. Спасибо вам большое, друзья, что сделали меня частью своей жизни. Это большого стоит. Конечно же, я не буду говорить, что я делаю все только ради этого. Я просто, не знаю, испытываю потребность что-то делать. Не знаю почему. Просто вот так вот. Знает ли муха, почему она летает? Нет, не знает. Она просто летает. Должна летать. Я тоже самое делаю.
Я просто должен делать, не знаю почему, и делаю, и как побочка, это находит отклик в сердцах других людей. Это чертовски круто. Мы не можем скипнуть, к сожалению, эти титры, но поэтому я тяну время, я хочу узнать, что будет после титров, будет ли что-нибудь. Как правило, я накалываюсь на то, что нет, нифига после титров не будет. Но я верю. Пока еще ждем. О, нарастает музыка. Так вот, в целом просто... Просто прикольно, что мы нашли друг друга, что мы проводим вместе время. Это дар судьбы, я бы так сказал. Смотрите, Room 22, Maverick Media. Maverick, знакомое слово. Но не знаю, что оно значит. У Логана Пола линия одежды называется Maverick, насколько я помню. Прикольное название, кстати говоря. Это не реклама линии одежды Логана Пола, я просто вспомнил название. И все. А, следующий видос. Я даже не знаю, на самом деле, что проходить дальше? Какую игру выбрать? Такую, чтобы, знаете, не как с Киберпанком было или с Человеком-пауком, когда вот есть какой-то определенный тип игр, который, несмотря на всю хайповость, несмотря на вообще все положительные отзывы, не находит отклик ни у вас, и на самом деле не находит отклик у меня, вот что самое прикольное. То есть, мне понравился Киберпанк, пока я играл, но я чувствую, что что-то не дотягивает, как будто не мое это совсем, не моя эта игра. Может быть, это чувствуется через экран? Фиг его знает. И Человек-паук мне тоже, ну, типа, прикольно, но... Но я ее добил, потому что не такая большая была. Но Киберпанк нет. Просто убейте, не буду. Проходите. Вот. И таких было игр, кстати, на самом деле много. Метро, Resident Evil. Вот, хотя, как ни странно, Resident Evil 7, которая про дом и семью Бейкер, вот она прям отлично заходила. И мне она нравилась, мне она вкатывала. В отличие от Resident Evil ремейков, которые, вот, ну, так себе. Я чувствую, что игра какая-то бездушная. И, возможно, вы чувствовали это от меня, что я так себе от нее кайфую. А вот от седьмого я кайфовал. Сейчас выйдет же, или уже вышла, если не знаю, не смотрел. Должна выйти Resident Evil Village. По-моему, вот судя по визуалу, который я видел в трейлере, перемудрили. Слишком все гротескно. В отличие от седьмой части, где было вот это ощущение Луизиана, болото, заброшенный дом, Outlast такой своего рода, и плюс ведьма из Блэр. Вот такие у меня были ассоциации, это было прикольно, свежо, свежо, да, можно так сказать, свежо для серии Resident Evil. А сейчас с Вилладжем больше напоминает Resident Evil 4, где был Леон, да, тоже там Леон был в какой-то там деревне в Европе, вот. Они словно пытаются опять сами себя повторить. Но не будем судить поспешно, поиграем в нее, посмотрим, как она пойдет. Все-таки есть доля прагматизма у меня, она просыпается, когда я вижу, что игра совсем плохо набирает, я думаю, что лучше освободить тогда время мое и ваше для другого чего-нибудь, что вам будет больше интересно, да и мне самому. Как-то так. Давай, титр... Быстрее. О, мы можем ускорить. Черт, почему никто не сказал сразу? Быстрее. Ох, я долго бы ждал, пока эти титры ушли. А, в общем, давайте пока просто проговорим нашу стандартную прощалку. Лайкайте, комментируйте. А, нет, стоп. Пуп-пуп-пуп-пуп. Нет, рано. Я знаю, что очень много людей подписалось с момента, когда я снова начал снимать видосы вот, с февраля. Много новых людей подписалось. И не все знают про то, что у меня есть сайт с комиксами. С моим собственным комиксом. Пока там только один тайтл, но будет больше. Впоследствии. Не сразу все, разумеется. Мой сайт, где есть комикс бесплатный в оригинальной читалке. Интерактивной читалки. Ничего после титров нету. В интерактивной читалке. Он бесплатный. Вы можете зайти и ознакомиться. Может быть, вам понравится. Скоро выходит второй номер. Также на этом сайте будет продаваться мой официальный мерч.
мерч, который сейчас пока там доступен линейкой Game Hunters, но это сам комикс, на тему комикса. Если вам хочется поддержать меня, мое творчество, вы можете зайти и приобрести себе шмот, ждать новый комикс, он будет доступен также бесплатно. Второй номер скоро будет выйдет, и он будет доступен также бесплатно в электронной версии, но и я буду выпускать ограниченный тираж с моими подписями, с бонусными артами. Вот, совсем скоро. Короче, одновременно это все будет запускаться. Для всех, кто хочет подержать в руках, сможет приобрести. Для всех, кто хочет просто бесплатно почитать, кайфануть, сможет это сделать, зарегистрировавшись на сайте. Вот, вроде бы все сказал. Что ж, друзья, на этом мы с вами закончим. Little Nightmares 2 закончено. Мы прощаемся с ней. Возможно, выйдут DLC, возможно, нет. Но, тем не менее, это была прекрасная игра. Я ее буду помнить. Это, наверное, навсегда останется игрой нашей золотой коллекции нашего канала. Я надеюсь, вы тоже будете ее помнить. Огромное всем спасибо, друзья, что были со мной. С вами был Юджин. И всем пять!